Книга «Открытым оком», вопрос 1521, том 6, тема «Христос есть Бог и человек». Почему, когда Христос вышел к народу, никто из народа не обращался к Нему о наставлении в духовных вопросах? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Обращались и не раз. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто и пал пред ним на колени и просил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Евангелие от Иоанна, 4:20. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Матфея 24:3. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Евангелие от Луки, 18 глава, 26 по 28 стихи. Слышавшие сие сказали: «Кто может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал: «Вот». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Но таких духовных вопросов было очень мало, как и сейчас. А все были запросы: «Да, исцели, накорми, воскреси, защити». Это приводило Иисуса в состояние заключенности. Он горько вздыхал от тяжести этой бездуховности народа, его приземленности, и жаждал времени, когда произойдет его крещение, то есть искупление народа на Голгофском кресте, и когда Отец Небесный, примиренный с тварью, пошлет Духа Святого, который и научит на всякую правду, и даст жажду искания Царствия Небесного. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 стих. И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Евангелие от Луки, 12:50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Второзаконие, 11:14. «Но дам земле вашей дождь в свое время ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». Иеремия 5:24. «И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний, в свое время хранит нас для седмицы, назначенные для жатвы». Пророк Иаиль, 2 глава, 23 стих. Сергей, остановись. Смотри, где запятая, там придыхать надо. А ты мимо запятой пролетел, а потом дальше смысл совсем меняется. Иеремия 5:24. «И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит нас для седмицы, назначенные для жатвы». Пророк Иаиль 2:23. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». Послание Иакова 5:7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня.
Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Каков смысл этой фразы «дождь ранний и поздний» как в земном, так и в духовном плане? Ответ. Условия погодные и успехи земледелия в Израиле иные, чем в Сибири. Там собирают несколько урожаев, и нужны дождь и ранний, и поздний. Это как обетованное благословение, что будет достаток, хлеб и вино. Когда же говорится о духовном, то понимают, что ранний дождь – это излияние благодати Духа Святого в первом веке. И поздний – это уже при конце света или при конце жизни каждого человека, или в конце испытания, срока, назначенного Господом. Может быть, и России Бог пошлет мудрых проповедников, не силящихся угодить епископам, а старающихся донести Слово Божие неповрежденным, которые бы угождали только одному Богу. Послание Галатам 1:10. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Россию миновал дождь ранней проповеди. Она погрязла с первого же года в обрядности, ушла в богослужение. И спасение нашла в стоянии в храме, и стоит поныне, все жилы на ногах полопались. Поздний же дождь может тоже пройти мимо, потому что никто не выходит, чтобы посмотреть на горизонт, есть ли приметы дождя. Третья книга Царств, 18 глава, 44 стих. В седьмой раз тот сказал: «Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». И в семинарии учат кадилом вращать, а не язык устремить на истинную проповедь. Псалом 44:2. «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца».